Всем здрасте, это новости Краснодарского дрона. И сегодня у нас обычный день. Да, спокойный день просто. Горит крыша. Никто вообще не жесть. Едет, потому что всем нахуй. Да там непонятно, что горит вообще. Жесть полная. Здесь просто дымовище. Здесь дымовая шашка как будто. Там костер развели тупо. Может, это шашка? Это шашка. Это как? Так подожди, это костер там? Нет, там студенец. Или шашка? Шашка, да. Юм? Нет, горит. Нет. Это как? Это пост. А? Это пост. Под этим, под этим. Твою мать. Там выжигается прямо оттуда. Это жесть, смотри. Это вообще жесть, пацаны. Это полная жесть. Мы только едем, короче, тут такая жопа. Ё-моё! Это жесть! Всё, это вообще, я не знаю. Это за сколько? За минут? За минут 10 или за 5 перекинул вообще? Это жесть, помню. Да откуда они там-то? Никого нет. О, приехали. Наконец, вот. Да. О, это дымовуха вообще. Короче, пацаны, вообще жесть. Кто-то поджег каток. И вообще это дело происходит не первый раз. Потому что где-то, не помню где, был маленький поджог. Здесь небольшие поджоги. Где-то в том месте поджигали тоже. Ну, вот здесь. Подпаливал, ну, давно было. Но здесь вообще полная жесть сегодня была. Приезжаем, а тут такое. До сих пор, кстати, пахнет горелым деревом. Самое интересное, что поджог, он был где-то изнутри, то есть отсюда. Вот каким образом вообще-то, непонятно. Потому что здесь вот все выгорело. Там доску вообще выбили. Ну, короче, какие-то хулиганы. Нечего делать, решили поджечь, в общем, это все дело. Кстати, огонь очень быстро перекинулся. Вообще жизнь была. Поэтому, пацаны, если что, вот не надо. Вообще не заниматься. Вот даже вот заделывали вот эту дырку люди. Вот какие-то придурки пришли, подожгли это все дело, все это горело. Поэтому вот не советую, не надо. Потому что ну, это все. Все, пол сгорел. Ломается.